говорить серьезно, я провел мою первую ночь в Туле. И хочу вам сказать, что отели совершенно ничем не хуже, чем московские. I said it was my really first time, first night in Tula, because I never spent night here before. Sleep okay? I said perfectly. How about you? We will not ask Robert about that. We'll talk to Robert later about that. He didn't sleep that much. I guess so. Но то, что мы говорим, мне очень понравилось. Отель у вас замечательный, серьезный. И только самые позитивные эмоции. Я говорил об этом как бы за моих глюзких гостей, потому что сам я, серьезно, это была моя первая ночь тут. Поэтому еще раз, ничем не уступает московский. I said that hotel as well as Moscow hotels.